Так, всем привет, с вами Комаров Виталий, я в очках. Мне один парнишка сказал, да что ты там на своем листаге гнешь да гнешь, ничего такого сложного нет. Вот сейчас уже около 7 часов вечера, мне осталось еще одну штуку согнуть. Гнуть я начал где-то в 4 часу, нужно согнуть всего лишь 5 штук. Разметку я уже сделал на всем этом. У меня осталось согнуть только одну штуку. Ну, сейчас холодно, телефон может замерзнуть, и все. С виду она несложная штучка такая. Что она сейчас представляет? Да. На вид вроде как все такое. И нет. Сейчас я ее убираю. Сложного, да, действительно нет ничего такого, но сам процесс гибкий, разметка, во-первых, долгая, размечает сразу две стороны, все по размерам, ну и гибкая ее тоже, это ворочать довольно-таки нехило надо. Ну, давайте посмотрим, как это делается. Вот я штатив сейчас уберу подальше. Так. Вот вроде станок видать, меня вроде тоже видать. Лампочка маленечко мешает. Ладно. Все размечено уже. Так, поехали. Это для тех, кто вот говорит, да чё там, да пошёл, да и гни. Так, смотрите. Thank you.
все. Вот так вот и приходится ворочать такие штуки. Так что кто там сказал? Да что ты там? Конек согнуй. Вот не только коньки бывает. Что там, мне еще коньки осталось согнуть. Все, спасибо за просмотр. Покидываю.